И всем привет, дорогие друзья, с вами Турбоёжик и Никита и Гетман. Привет, ребят. Привет. Привет. Мы, короче, начинаем выживание на острове, на сервере Турбоёжика, клановые войны. Сейчас мы немножко сходили в шахту и добыли там некоторое количество ресурсов. Мы нашли данж, немножко лестниц, вот пацаны тоже что-то нашли. Сейчас мы начинаем активное строительство нашего бунгало. Как с украинского бунгало, расскажи, Гетман. Не Явно знаю. Он что-то врет насчет Украины. Он великий знаток бунгал. Ребят, мне нужен камень. Держи, стак. Эй. Он фальшивый, и ты сам с его забираешь. Ой, блин, да. Умник. Вот на, держи стак, быстрее держи бери. Держи стак, быстрее бери. Как будто он убежит. И привет от Лёхи. Лёха, тот чувак, с которым у нас не получилось играть в скайпе, мы связались. Ну чё вы, ребят, давайте, идите, работайте, не мешайте. Да, давайте. Второму чуваку не повезло, мы забыли его имя просто. Второго русика звали. Ну, не забыли. Но он был мелкий. Совсем. Как не знаю кто. Как не знаю кто. Кстати, не знаю ктошки. Мне нужен этот еще. Ну, говори, что? Если я скажу, ты узнаешь, что мне нужно. Поэтому это логично, если честно. Ну да, это очень умно даже сказать. Вы не помните, как эта хрень делается? А, вот, все, научился. Легко. А как вот эта хрень? Хи-хи. Ну, вы уже догадались, дорогие подписчики, кто смотрит видео, что я собираюсь сделать. Кто догадался? У меня есть подозрение, что это ТНТ. А как я порох тебе найду? Я же без креативки. Ну, я не знаю, что ты хочешь делать тогда. Ну, слишком часто. Железную дорогу я хочу сделать по кругу. А, ну, вообще-то в сундуке 21 рельса есть. Ну, я тоже немножко скрафтил. Немножко это сколько? 16 штук. Так. Мне нужна кирка. Кирка? Мне готов есть. Пожертвовать я ей. Да я уже скрафтил. Да, а дай мне тогда два железа. У тебя нету? Нет, у меня только одно. Да. О, кстати, я редстоун нашел. Для опыта хорош. Для кого? Ну, может, сделаем какую-нибудь для опыта. Схему. Для опыта? Ну, да, а. Потом зачарование туда-сюда. Я understand. I understand you, man. Very good. Fucking page. Я хорошо знаю английский, когда бухой. А, ну тогда ты все языки знаешь. Блин, вообще жесть. Я вспомнил, как я праздновал свой прошлый Новый год. Так было весело. Не, позапрошлый. По-английски? Ну, я начал по-английски говорить, блин, как идиот. А, тогда я понял, какой ты был. Шпрехан задольч. Си сеньорита. Испанский, немецкий. Я знаю все языки мира, блин. Отойди. Чё-то, давай, добудь мне побольше лестниц. Так, я сделаю много печек. Их! Да, нет. Никит, давай, отойди отсюда. Отойди. Иди добудь. Нету там больше. Внизу есть. Чуть-чуть не хватило. Я хочу жить. Чё, Гетман, чё ты тут? А, да понял, я молодец. Хочу печки поставить. Я сказал, так молодец. Спасибо. Я пошутил. Не спасибо. Ладно. Сруби печку. Зачем? Киркой. Зачем, говорю, а не чем? Какую? Вот сделай как себе кирку, на. Держи. Ладно. А я-то не зря мучился там. А у меня-то дерева нету, и палок нету. Поехали, поехали. Давай быстрее, скотина, чё он так медленно? Слушай, у меня вагонетка тормознутая. Смотри. Могу потолкнуть. Не, обычно вагонетки быстрые, а тут херня какая-то. Надо я тебя толкаю. Ля-ля-ля-ля-ля. Не сломай. О, наконец-то ускорение. Я тебя толкнул. Серьезно?
Да. Сейчас еще раз толкну. Ах, не успел. Лаганула. Никит, дай мне кирку. Че она такая медленная, я не пойму. Вау. Давайте ускоряющие рельсы сделаем. Как они крафтятся, вы знаете? Нет. Рестол, Никит, дай кирку. Знаю. Только не бросай воду. Кстати, про водобросы. Давайте все это уже за... Вот так. Ну-ка, закрывать, короче, воду. Что там совсем как Робинзоны. Никит, ты пятница? Так. Никита, всё, не знаю, что такое пятница. Да, каждый берет себе квадратик и закрывает. А у нас много этих? Чего? Ну, этих булыжников. Ах, сервер перезагружается. Гениально. Так наделал. А тебе что, не выбывало? Вот, ё... все. Кого? Тебя, ежик. Да, я зашел. А, зашел. Все, сервер перезагрузился, буквально пару секунд. Никита за это время успел поесть. И у меня конец потока опять. Ну, нужно успевать быстрее, сервер скоро будет забиваться быстро. Ты обнови еще да раз. Да я просто, ну, это я делал. Так, у кого-то редстоун был? Где сундук? У меня 28. Сундук свой. Сейчас. Сейчас сундук. Сам си. Си-си-пи-си. Продать хочешь? Нет, я хочу ускоряющие рельсы как-то сделать. Я могу попробовать. Убей. Давай вина тебе посмотрю. Да, посмотри. Умею и могу посмотреть одну и ту. Может так как-то, я не знаю. Как этот черт ускоряющий рельсы. Кто-то забирает все железо. Да это я, у меня оно. И это я забираю. Так, ладно. Вот я рельсы скинул в этот. Саженцы, все такое, нитки, лестницы, доски заберу. В общем, давайте, ребят, я пойду в шахту, добуду алмазы вам. Если посмеешь. Если что? А, вы что, охренели, бомжи? Меня опустили в шахту без факелов. А ну, гони мои факела. А вот электрические рельсы есть. Электрические? Ну, не знаю, какие-нибудь рельсы сделай. Ускоряющие. А, они из золота делаются. Палка и редстоун. Золота у нас нет. А, да-да-да, это такое... Да, ускорительные рельсы. Да-да-да. Ускоряющие. Кто это прорывал? Нужно 6 золота по бокам. Кто ну, это пусть... пропустил от железа? От если моря. Копаешь по прямой, это я. Ну, я понял, что это твоя шахта. У кого-то бьют клавиатурой по башке. Это какой... Я свою поправляю. Можно построить рельсу без золота. Какую рельсу? А, активирующиеся рельсы. Нет. Нужно только железо, палки и... Факел редстоун. А, они... Не, они не ускоряющие. Не, надо факел только рядом с ними поставить, они там на протяжении какого-то. Они что, светиться будут? Они будут светиться. Ну и будут ускорять еще. Да? Нет. Ну проверь, попробуй-то. А, ну сейчас... Знаешь, сейчас... в России инициатива... инициатора. Короче, инициатива мучает инициатора. Я сейчас... Ах, блин, у меня палок нет. Это великая беда человечества. Да. Проще сделать вообще, чтобы не было факелов. Просто нажимная плита. Нажимаешь на нее, она под силой вагонеткой движется. Она ускорять еще. Не будет. Она ускоряет, если вагонетка под ней проезжает. А, все ты знаете. Так хочешь? Там нужен только один редстоун, железо, мне нужно железо. Держи в сундук окна. Тут так много воды вообще, жесть. Я в сундук положил. На 11 уровне вода, ребят. Вы это можете представить?
Да, я когда копал, у меня была вода, лава, а алмазов не было. Я Это сейчас закон найду тебе. подлости. Найду. Стоп, нет, сейчас будут алмазы. Ура, я Я раз... нашел уголь. Лаву. Уголь. Ага, уголь. И редстоун тоже. А я это... Что я хотел сказать? Из А, я за угля один можно поход делать шахту. алмазы. С чего? Из угля. Это в индастриал. Ну да. А, ну и обсидиана. Обсидиан можно из капсул сделать. Ну да. Воды и лавы. Я А, чувствую, кстати, а ты где-то ранец здесь. хочешь делать или нет? Ранец? Да. Почему ты сказал ранец? Не знаю. Прям как Виктория, романец. Как у тебя фамилия? Гетьман. Да, что ты врешь? Серьезно? Ты что, фашист? Я из Украины. О, Гетман, это немецкая какая-то фамилия, по-моему. Да Никита, а у тебя нет. как фамилия? Он Никита. микрофон выключил. Скайпе напишу, в скайпе. Бурундучков? Нет. Я же все равно скажу. Пусть весь мир знает, какая фамилия у Никиты. Что? Как? Он Ну только немец, та. короче. Та нет, там место Ф, А. Фрицев? Нет, просто место Ф, А. Фацев? Аристархов? Да. Что за Аристарх? Ну, типа Астахов? аристократ. Да, конечно. Ну, вот так. Аристархов. Это что за хрень? У кого много булыжника? Я тут чужую эту нашел шахту. А я уже говорил, нет, я за один поход в шахту добыл 1,5 стака алмазов. Что-то я не видел полтора стека в нашем сундуке. Ну, я не сегодня, а А, вот вот я дня три тоже назад. как-то давным-давно, а с один поход. Нет, я Давно. серьезно говорю. А у меня даже на видео было записано, как я 56 алмазов добыл буквально за 30 Да, минут. это давно было. Да, было. Как скрафтить каменную плиту? Просто Ты что? два камня сделай, ну переплавь булыжник в камень. И их соедини, ну как полочку сделай, вот они получатся камни. Зачем ты с тагом сводишь? Я забыл. Что? Помните, я снимал свой респаун модом про Ну? динозавров? Там, короче, фигня такая, ложные блоки. А я сейчас А, ну? совместил респаун и Industrial Craft. Теперь я буду, когда добывать, я буду опасаться, это ложный или настоящий был. А ты же, ну, на сервере играешь, здесь не можно вроде бы установить моды. Да я не здесь вообще в одиночке. А. О! Кого-то мама ругает. Походу нашего великого гетмана. Да нет, меня зовут кушать, но я еще не пойду. Скажи, я лучше сдохну, чем эту хрень буду жрать. Да! Так, я нажимаю плиту, положил в сундук. Ты это Никите. Он у нас великий комбинатор. Никит? Комбинатор-то наш. Ребят, у меня 30 уровень. Серьезно? Ага, 29. Ты еще это видео где-то шастал? Ну я же в админке был. У меня не уходил уровень, когда я. Ну я не умирал просто. Накопилось за все это время. Могу зачаровать какую-нибудь хрень. Зачем ты переплавливаешь булыжника столько? У нас уже 30 камня. Ну это же не Industrial Craft. Здесь не жалко, наверное. Ну Я так хочу чешуйчиц увидеть. Они такие милые. О, да, все, Никит молодец. Уже, походу, будет сейчас ускоряющий рельс. Сейчас я попробую. Не знаю, как Никита, но я не нашел алмазы пока еще. Мне кажется, они меня избегают. Зато я дорыл до суши. Сейчас я зайду в шахту, и алмазы только так полетят. Никита, не работают.
А чё Никита молчит у нас? Я езжу вагонеткой, и она Я нифига... думаю. А-а-а, нужно, короче, делать таких рельсов в два стака. Зачем? Нужно вокруг поставить такие рельсы. Он поставил через три, а нужно поставить все в таких рельсах. И оно ускоряет и... Ну, короче, ты не поймешь, наверное. Нужно увидеть. Ну, короче, сделать, я буду крафтить эти рельсы, и ты будешь ставить тогда. Окей. У вас рельсов хватит? Ну... Не знаю. Вот и... А что для этого нужно? Это тебе, Рут? Ничего, если я отойду на 7 минут, буквально 10. Вали. Только все выгрузи из инвентаря. Окей. Сундук там. Пусть Никита займется. Вот это не повезло. Первое видео, я сразу же. Ну иди жри. Иду в игру. Все, я пошел. Я что-то не совсем, на совсем другой хом. А, ребят, помните? Мы что? Здесь снимали самое первое наше видео, по-моему. Все. Да, выруби микрофон, ужас. Как она орёт, твоя мама. Помните, мы когда открывали север, вот здесь строили, по-моему, дом. Это он? Вроде. А может и не он. Прикольно. Кто-то здесь уже построился. Или здесь, я не знаю. Это мой старый хом, который я не удалил. Чей-то домик. Я как админ могу открывать. А так здесь скорее всего заплевачено. Чего нет тут? Ого! Тополик алмазный. Ты где? Я могу быть великим грифером со своей админкой. Ого! Я тут короче... Ну, а! Стоять, 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 стоять! Тут великие вещи. Я не знаю как туда попасть тут. Оружие, фигня. Я чужие сундуки нашел. Ты хочешь их украсть? Ну нет. Я так смотрю, что он тут добыл. Ох, у него плантации адские. А, они маленькие. Ой, я чуть не натоптал. У него такие маленькие плантации, зато зачаровалка есть, зелье воришки. Кстати, у тебя есть Steam? Steam есть, конечно. Нет, в скайпе. Нет. Ну я там также называюсь турбоёжик. Эфхом, ладно, пошел я домой. Где наши ускоряющие рельсы? Они ускоряют? Это где-то не такие. Спроси. А для таких, которые ты подумал, нужно золото. У нас нет золота. Но золото можно получить из этого. Из урановой руды, если в рудопромывочной машине. Это не Industrial Craft. Чё ты так много камня переплавляешь? В общем, не я, могу, короче, да. Все заберу, пойду продавать. Рельсы с датчиком. Зачем тебе с датчиком? Что там объясни? Лучше продай их тогда. С датчиком? Я в хом пошел. Ну, точнее, я спал. Пойдем барыжить. Gone, don't stop in the party, in the pop. Ой. Да. А у тебя какая аватарка в стиме? У меня? Ёжик? Да. Такой с зубами, который? Нет. Или там такой знак в треугольнике, там типа восклицательный знак. Да нет, обычный ежик, как в этом. Ты понял. Сколько надо? Ну как в этом. А, на черном фоне что ли? Скайп, скайпи. Как орут наши великие сволочи. То есть аватарка в точности с твоим скайпом, да? Да. Нет. Редстоуновый блок. Сколько ты стоишь тут? Ну, 60 баксов всего лишь. Меня. В
У тебя какой левел там? Где? Да, не в помню, стиме. честно говоря. Алмазики можно купить. Кирилл, он тебя убил. Чё не? А, он ру... тебя не убил? Иди. Написано, там написано, что тебя Николай зовут, или Сергей, или Андрей? Нет. Неужели ты не можешь... Нет, просто написать турбоёжик? Да, да, вроде. Слитно. Смотрите, как орут, блин, вообще жесть. Я просто тебя не слышу, что ты что ты говоришь. По микрофону ругаюсь. Слитно там, слитно. Я не знаю, господи. Что-то нашел время во время игры искать меня в стиме. У меня нечего делать, поэтому. Как нечего? Иди добывай ресурсы. Ну я вам... Ладно. Ладно. Блин, нам нужно бизнес замутить. Как нам бизнес замутить? Бизнес. А где у нас эти черешки? Семена. Дайте мне меч, орут тут. Не дадим тебе меч, пошел ты нафиг. Отвечают некоторые. Сколько у меня мани? $700. Я богат относительно. Все, я все продал. Меня кто-нибудь слышит? Алло. Конечно. Я все продал, говорю. Я уже здесь. Че так быстро пожрал? Ну да, я спешил. Макдак сходил вместо ужина. Туалетик сходил вместо ужина. Великий. Блин. Ох, около меня салют пускают. Вот фейерверк. Может это бомбят твой Донецк? Да какой Донецк? Я не знаю, где ты живешь. Украина, это сразу же Донецк или что? Это только Донецк. Да-да. Это все равно что. О, ребят, у нас гуманитарные проблемы. А Россия это значит Москва или как? Да. И Кисловодск еще. Или Сочи. Сочи. Сочи не Россия. Этот вам подтвердит. Как его там зовут? Ну, тот, этот. Да-да. На букву R. Арбузики будем выращивать, ребят? Можно. А нужно через один садить, нет? Ну ладно, потом это все сделаем. Давай я буду ломать. По своей бразильской системе буду выращивать. Ломать мне или нет? Через ничего заезд. Не трогай. Ничего ладно. Не трогай. Иди землю накопай лучше. Я в шахты. Ну да, конечно, там и копать будешь. Кстати, землю оказывается, да, выгодно. И камень выгодно продавать. А, камень, да, очень выгодно продавать. Раньше его вообще тупо в лаву скидывал. А тут оказывается... Ну? Ну, не раньше, а когда. Когда играл в одиночку, типа, да? Типа того, да. Don't stop. Хотите хорошую новость? Говори. Я нашел гигантский каньон, который такая каньон настоящий такой. Ты крутой. Ну он такой как не знаю, ну короче огромный он очень. Молодец. Где куча ресурсов ну, вниз молодец, уходит. Хорошо уже. Нашел он каньон. Я арбузик уже рублю. Первый. А я нашел гравий.
Вот интересно, вы больше ресурсов накопаете с киркой, или я больше ресурсов выращу и куплю? Я думаю, накопать можно больше. Думаешь? Хотя да. Я знаю. Надо чуть больше фермочку. Мне, блин, нужна земля. Я добываю, у меня уже стак. А вот нашел. Земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит, то матери. Моя любимая песня. Сколько мне добыть? Я добуду 2 стака да, земли. В принципе, она лишней не будет. Если на нас никто не нападет сейчас, не на заприваченные наши территории. А я заприватил всё. Да? Да. И вокруг острова немножко тоже. У нас все равно могут это забрать все. Легко. Если мы будем в онлайне динамитиков накидать. Самое хреновое — это стрим снимать. И а, тебя могут... Да. Я даже сам иногда побаиваюсь на свой же сервер заходить, потому что тут такие жесткие люди. Зашел, убил. Они тебя порежут. Плевать им, что ты трубоёжик, не трубоёжик. Я не понимаю прикол. Если вот, например, я тебя смотрю, да, ну, то есть свои видео, я тебя уважаю как ютубера, и только ты заходишь, и все хотят убить. Ну, это ж прикольно. Чё? Я тоже хотел бы ложку там убить. Похвастайся, я убил ложку. Ну, только ты хотел бы в реальной жизни, да? Нет, ты чё? Я чё, дурак, что ли? Ты чё, ложка — это святое. Детей убивать. Какой святой ребенок ещё? Я не понимаю, как он 2 миллиона на себя. Он накручивает. К сожалению, я тут выяснил, оказывается, 90% ютуберов очень сильно накручивают подписчиков. Да? Угу. Ну я в видео показывал же, что у них с подписчиками и с просмотрами в день. А, ну да. Это, ну я думаю, Бендер себе не накручивает. Угу. Думаю, и дальше. Может... Не, ну я думаю просто, что... Просто знаешь, классный парень с голосом от Бендера. Так, ладно. Ох, я уголь добыл. Это добыла. Их судьба, пусть накручивают, что хотят. Правда, за счет этого у меня меньше подписчиков. Все думают, вот, у них там 2000, ой, 2 миллиона подписчиков. Они же не знают, что все это накручено. А, это ты думал когда-либо там, ну, типа, подкрутить себя? Была мысль? Что сделать? Подкрутить себе подписчиков, была мысль? Была, когда я в самом начале. Когда у меня еще партнерки не было, там нужно было 200 подписчиков. Я хотел, но потом передумал. Мне тогда денег не было на все это. И потом подумал, да ну, будь что будет, буду честен. На землю. Не булыжник еще. У меня на земля. Хватит. Ты меня смущаешь таким количеством земли. Так, сейчас... Я добуду алмазики. Алмазики. О, мы тут железо пропустили, оказывается. Да, я его видел. У меня кирки не было. Ты не мог его видеть. Я везде бегал, я видел железо. Я говорю, ты не мог это железо видеть, которое я имею в виду. Ну, не знаю. Оно было закрыто. Это Никита. Где Никита? Никита? Я в каньоне. А. Он в каньоне. Дай мне кирку, ёжик. Ёжик. Да скрафти камень, ну чё-то. Как тебе алмазы добыли? Вот, блин, когда алмазы появились, у меня сразу же сломалась кирка. Вон. Да. Ты алмазы нашел? Никит. О, это лазурит, извините. Блин. Просто у твоего сервака такие текстуры. А мне наоборот нравится. Это мои личные текстуры. Да некрасивые, но лазурит с алмазом мне легко спутать при таких текстурках. Что-то я вообще ни хрена не путаю никогда. Я все что угодно. Но это же твои текстурки, а не мои. Не лазурит, это точно. Красная пыль! Ее, кстати, продать можно. И выгодно. Ну, как выгодно, так себе. Ну, ее, например, я когда в шахту лажу. У меня много ее попадается. Можно уголь продать? Можно, я все продал. Лучше всего булыжник.
Блин, а как мы освещение будем делать? Золото! Монорельсы сделать. Займись этим. Оу, no. У меня выйдет только одна рельс. Может быть, две. Рельс. Почему ты пиво называешь пывом? Пывом? Ну, не знаю. Такая украинская мова. Чего камова помова? Такая украинская мова, я сказала. Ой, украинский язык, украинская мова. Мова — это язык. Ну, то есть, да. А как будет зуб? Зуб? Ага. Так и будет зуб. Чего вы ничего не смогли придумать на зуб? Я бы, знаешь, как назвал? Зубо. Зубо? Зубо. А знаешь, как будет дом? Дому. Не, Дим. Хато. Димон, пойдем в Димона. В Димона. О, золото. Соберу-ка весь накопченный уголь. Блин, почему у меня конопляшка не растет? Расти быстрее. Так. Алмазы нашли кто-нибудь? Почти нет, ничего. Что я сказал? Жалко. Видите, как все получается. Хотим найти алмазы, а находим Полежаевское метро. Я сделаю множко палок. Ну, сделаю хоть много палок. Говори, множко палок. Да это не было по-украински. Множко это не по-украински. Пока Пушкин. У меня по-украински Пушкин. Пушкин? Да. Так и будет Пушкин. Че ты говоришь? Что-нибудь там. Я тебе отвечаю! Пушконкин. Ой. Шконкин. Как будет цыпленок по-украински? Або курка, або. Курка. А петух будет пивонь. Пиво? Пиво. Давайте пиво мы выпьем. Пиво. И одновременно закусим пивом. Украина единственная страна, где пьют и закусывают пиво. Что покупать? Арбуз, морковь, картошка. Арбуз. Или это конопля. Чё он так? А как будет конопля по-украински? Конопелька. Конопля так и будет. Конопля, так и будет. Ну что покупать-то? А у тебя много денег? Да. Покупай семена арбуза. А, значит, может... арбузы покупать дольками или целиком? Не знаю, как хочешь. Дольками, морковку? Дольками покупай арбузы. Да, так тебя обманут на рынке. Ой, она стоит так дорого. И еще купи стейки. Чтобы было что жрать. Они... Может картошку, она так прибыльнее. А у тебя бабки нет. Откуда вообще? Что? У него откуда бабки? Я там знаю. Я продал много. Чтобы что-то продать, надо что-нибудь купить. Серьезно? Да. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. Короче, купил картошку. Просто картошку фри будем готовить. Да нет, нужно было стейки. Куплять стейки. Они пополняют 4 еды. Стейки нельзя вырастить, а картошку можно и жарить ее потом, когда вырастешь. Проще купить. Мы же будем выращивать арбузики. Кстати, их тоже можно жрать. Картошка то много приносит делений. Ну, чтобы его нужно... Арбузики это только одну едушку пополняют. А у картофан 3. Шо вы спорите, а? Шо вы ругаетесь, бурацы? Кто? Бурацы. Как вы там называете бандиков? Кого?
Бандюков. Злодеи. Злодеи. Злодей. Вот москвичей злодеями, наверное, называют точно. Слышь, Никит, ты злодей. Кто это? А ты польский знаешь? Я? Я знаю только одно слово по-польски. Курва. День добрый, пан. День добрый, пан. Пан это кто? Это обращение просто. Ну, это то есть, типа, если ты говоришь кому-то... Абон, по-моему, типа, Степан? Нет. Это типа Ибн Абдул первый там, типа. И чё, у хохлов то же самое? Там у них там хан. Хан? Мой папа хорошо знает польский. Откуда? От поляк. Он в Польшу ездит. Чё, гастарбайтер? Кто? Шучу. В Польшу ездит. Откуда у него загранпаспорт? Даже не знаю, наверное, сделала себе. Я нашел золото и уголь, я крутой, я буду миллионером. Ты подпольный маньяк. Хоть кто-нибудь из нас найдет алмазы, а? Да, я найду. Наверное. А сколько мы уже записываем? Миллиард. Час есть вот, или вот нет? Это видео наберет миллион просмотров, ребят. Это типа музыка про Майнкрафт, только видео. Че? Ну, да. Музыка про Майнкрафт собирает много просмотров. По миллиону и более. Я все равно не понял. Ну, он что-то гонит. Ну, он всегда так. Ну, знаешь, ты тоже всегда. Нет, всегда. Ну, ты тоже всегда начал. Ну, ты обычно всегда тоже, ну, ты... Мы все тоже. Нет, не все, ты и только. Я нашел железку. Ты тоже тогда все, ты тоже. Что я сейчас тоже, ты тоже. Ты понимаешь, о чем мы? Все, ничего не говори там, я просто уголь добываю. Чё за хрень? Я солнце вижу. Видите, ребят? Я вижу солнце в конце туннеля. Чё за приколы? А, да, у меня тоже такое было. Короче, бегу по шахте и резу такое белое в конце. Да, свет в конце туннеля. Да-да-да. Какой длинный туннель. А тут гравий, нет, тут солнце. Там навсегда. Там лава. Это была лава. Да. Вот нет, это... некоторые лаги есть на сервере. А, еще бывает, когда срубил и снова возобновился этот блок. Типа срубил и он снова поставился. Черт. Лава. Ты горишь? Лава, нет. Я тут один кубик скопал, там лава. Второй кубик скопал, там тоже лава. Потом отошел, развернулся, и там тоже лава. У тебя 30-я лава тоже? 31-я. Это хорошо, сейчас, когда я найду алмазы, тогда сделаешь зачаренную кирку. Он так уверен, что он найдет алмазы. Ну да. Ну я же найду, чувак, ты че? Ну да. У меня сейчас кирка только тыкнется. Он сломается точнее. А у меня 3. Чё 3? Кирки. Зачем? Что зачем? Чтобы кирки? Чтобы тремя руками копать. Чтобы не... Ой, блин. А почему вы напали на Россию? Что? Почему вы напали на Россию? Мы не нападали на Россию. Да ладно. Да ну серьезно, давай мне видео об этом поговорим. Что сейчас не было в комментариях. Сейчас ёжик американец, а этот гетман россиянин, я так чувствую. Чего? Что? Он вообще такой бред. Американцы тоже так говорили, типа... Что ты пил сегодня? А, ёжиков коктейль. Что американцы говорили? Ну, типа, они напали на Россию, но доказательств не было. Кто напали на Россию? Я вам скажу серьезно, это... Что за бред? Я вообще-то прикалываюсь, а вы, блин, кто-то напал на Россию. Фак, вода, фак. А я не скажу, что я нашел. Ничего. Можно и так сказать. Ну, если найду, скажу, а так я не скажу. Ах, тут алмазы? Какая-то сволочь уже копала. Алмазы? Нет, тут огромное озеро лавы, но здесь кто-то уже перекопал все. Блин! Наверное, это ты. А-а-а!
Фух, я чуть не умер. Ну, это к счастью. Я уже в воде подыхал. Что здесь такое? Здесь какой-то мега-супер большой каньон в воде. Не могу найти алмаз. Та же проблема. Оу. 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 У меня палец ущемился. Понимаешь, о чем я? Да знаю, знаю. Ты всегда что-то там у тебя с пальцем. Да нет. У меня кресло неудобное. А, мне новое купили, короче, вообще четко я такой с подголовником. Серьезно? Да ты блатной у нас. Да нет, у меня кресло просто такое. Никита, а ты на чем сидишь? На стуле. На каком? Уже на жидком? Нет, на советском. Да задрал, я в шоке, на 11-й высоте песок. Тут какое-то чудо-чудо-чудо-будо. Нету никаких алмазов, зато все остальное. Еще бы я не знаю, блин, что можно еще на 11-й высоту приплыть. Землю. Нет, не землю. Траву. Дерево. Вполне возможно. Я не могу найти алмазы. А, кстати, я видел это последнее видео, или это был стрим, я не помню. Ты там раздавал алмазы по полстака всем. И ну, не когда... всем, а кого нашел. Ну там. Да. И по это... Хелперы вот эти взрывали, помню, воду. Ну, типа, да, делали хрень какую-то. Вода стояла на месте. А, бухи на Новый год. Ну, это был Новый год. Мы делали, что хотели, что могли. Давай, ныряй, ныряй. Так что больше таких раздач уже не будет, ребята. Золото нам нужно? Конечно, для рельса. Ну и продать. Нет, золото будем продавать. Не могу найти никаких алмазов. О, наконец-то. Что? Покончил жизнь самоубийством? Нет, я воду переклею. Да снова она! Я не могу успокоиться, пока не найду алмазы. Я так же. С богаин выпьем. Я не успокоюсь, пока не найду лаву. Точнее, я хочу найти, короче, алмазы, добыть их и упасть в лаву. А. Покончил счастливую жизнь. Нашел и сдох. С кем не бывает. Ну, бывало, у меня тоже иногда такое. Я раз в алмазном сете с другом упал в лаву, он выбрался и начал меня заставлять, и у меня весь сет был алмазный, на защиту 3. Ну и? Ну он придурок. Он тебе что начал сделать? Еще раз? Он тебя заставлять начал, ты сказал. Что заставлять? Заставлять блоками, имею в виду в лаве, я сгорел. Ну, так бы и сказал. Понятно. Ну повезло тебе, это на сервере было, наверное. Да-да-да, вот. Буквально недели две назад. Может, его забаним? Да, не нужно. Это как раз с тем, которым я хотел играть сегодня. Как его зовут? Назар. Он крымский татарин? Нет. Ладно, тогда можно, да? Да, нет, ты чё, прикалываешься? Я так по приколу спросил. Имя у него стандартное просто. Я подумал. О, все, походу я воду переколол полностью. О, да! Чё? Я переклею воду. Ты
как будто в костер подписал. Вот он перекрыл. О, да. Ну да, типа того. Слушай, я так много всего накопал. Алмазы! Уху! Он нашел алмазы. 1, 2, 3, 4, 5. А я его ничего 6, не резал. 7. 7 алмазов. Сейчас да еще ладно, вокруг. Не гони. Отвечаю. 7 алмазов он нашел. Все, ребят, мы проиграли. Точнее, я проиграл. Он выиграл. А, я еще сейчас вокруг покопаю, может быть, еще где-то будут. Ладно, я иду на айфон. Чтобы не сгореть в лаве. Меняю алмазы на айфон. Вот объявление. На что? На айфон. Алмазы. Кстати, сколько у вас айфон стоит в Украине? А сейчас, у меня друг... Сочиним, сколько у нас айфон в Украине стоит? Ну, iPhone 6, короче, штук 15-16 гривен, а це буде в рублях. В доларах, так. Скажи. В доларах? И в японских йенах. В доларах, блин, даже не знаю. Нужно считать, короче, много. Как ты сказала iPhone? Какой iPhone? 6. Нет, ты не так сказала. iPhone 6. 6, я сказала. Это... Ну, это по-украински. Шостый. Серьезно? Я никогда не знал, что у меня есть айфон шостый. У тебя айфон шостый? Шостый. Шостый? Шостый. 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 А, седьмой как будет? Седьмой. Все. Все будет. 1, 2, 3, 4, 5, скажи по-украински. 1, 2, 3, 4, 5. Я вмею считать. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Первый, другой, третий, четвертый, пятый. Шестый. Блин, прикольно. Мне прикалывает этот язык. А как будет по-латышски? Что? По-латышски, скажи. По-ла что? Ну, латыш. Латыши. Латвия. А, ну, Латвия... Я не понял, что ты хочешь именно услышать. Первый, второй, третий, четвертый по-латышски. Ты думаешь, знаю? Ну, по-польски. Я не знаю польский язык. 15 тысяч гривен, сколько в рублях? Я что, знаю курс, думаешь, сегодняшний? Ну, вчерашний. Ну, да, не знаю курс. Сейчасний. Я когда-то нужно было делить, то есть, на 4... значит, по прошлому курсу нож на 4, короче, его знаешь. Ты охренел на 4, это же дохрена получается. Ну да, то рубли против гривны это очень маленькие. Сейчас это... iPhone стоит 40 тысяч рублей. Он это все время искал, сколько стоит iPhone. Нет, он не 40 тысяч стоит, смотри, 15 тысяч гривен. У меня, я алмазы нашел, у меня кирка сломалась, блин. Ты уже второй раз это говоришь. Но теперь по-настоящему. Лазурит он нашел тогда. Нет, я правда алмаз нашел. А у меня 7 алмазов. А я нифига не нашел вообще. Редстоун это не всякие. Вот видите, ежику не всегда везет. Сделайте кирку. Ежик. Можно говорить Максим на тебя? 1, 2, 3. Не, не матерись на меня. Это. Да шучу, ты че? Неужели у меня больше алмаз? У меня тоже 7 алмазов, как у тебя. Да вы офигели вообще, я вас ненавижу. У меня 7 алмазов тоже. Ни один алмаз не нашел. Ни один, у меня сейчас кирка сломается. Поздравляю. Иди на хом, я тебе дам. Нет, ничего. Железную кирку. Я хочу заработать собственным трудом, упорством. Скажи, а как удалить точку дома одного? Ну, просто дома, а не кланового дома. Не... ну ставишь на второй. Ну, ты хочешь поставить сетхом там, где типа нашел алмазы? Да. Просто снова напиши сетхом, и она автоматически переставит. А у меня уже поставлен один сетхом, как его удалить? Мне нельзя больше. Он автоматически удалится и. Да, а я так поставить. Я уже написал сетхом и название. А ты вместе написал или разделить? Сетхом вместе. Ну, напиши еще раз, оно должно писать точка восстановлена. Либо ты уже установил. Оно точно надо так делать. Вы злые.
Так, короче, я сейчас сделаю кирку, все продам и сделаю зачаровательность на удачу 2. У меня получилось, спасибо тебе. Спасибо, в карман мне положишь. О, миру мир, а хохлу гроши. Так, у меня уже есть алмазная кирка. Алмазная кирка. Я тоже могу сейчас сделать, мне 7 алмазов. Красавчик. А выгоднее продавать угольный, ой, редстоуновский блок или... Нет. Или редстоун кусочками? Редстоуновский блок. Редстоун нужно по 32 продавать кусочками. Ну там 4 блока. Ну смотри, блоки, и если продать просто редстоуна, там 32, 32, 32, 32, там, это тоже будет, что продать просто блок. То есть там цена та же самая. А, ну тогда зачем крафтить блоки, когда можно продать просто? А если у тебя не хватит, там не по 32 будет? Меня ну, опять так... узнали. Они надоели. Сделай себе другой ник, там, не знаю. Пупкин. Пупкин, хорошая идея. Я могу алмазы купить. А, недорогие. Все дорого. Ты себе скелетивки можешь взять. Гетман, смотри. Если бы я мог взять, я бы взял. Чё он орёт там? Да он мне показывает меч алмазный. Сделал тебе меч? Ёжик. Вы сволочи, я вас ненавижу. Да сделать, но у меня осталось 2 алмаза. Я, вы всё равно сволочи, я вас тоже ненавижу. Тебе меч сделать, я не понял. Я ничего не скажу, я буду молчать. Но я не сделаю. Он намекает тебе на то, чтобы ты сделал. Ну я понял, то у него тонкий намек, такой тонкий, женственный. Да только не бери камень этот, окей? Никита. Так, у него бабла много теперь. Никита, не бери камень здесь. У меня 1000 долларов. Мне камни не нужны. Переведи это в рубли. Легко. 60 умножь на 60. Рубли, 600 рублей. Ох. А вот, короче, для нас рубль это как для вас доллар. Что-то такое. Нет, да. Нет, для вас гривна это как для нас это, доллар. Это как цены в Steam на игры CSGO. Вот такие я смотрю, там 500 рублей, думаю, офигеваю, сколько цены. Да, это типа этого что ли? Кто-нибудь удачу сделал? Я пошел на спаун. Кто мне алмазную кирку подарить обещал? Он. Блин, у меня 1130 рублей, а алмазная кирка стоит 1120. Сколько? 1200, точнее. Ох, сколько у меня еще 1000 будет. Не знаю, что купить, у меня бабла. Мне продавать 2 алмаза или делать тебе меч, говори. Продавать ты хочешь? Ну, можешь продай, хочешь. Я не буду продавать. Продай. Я просто хочу, чтобы ты сказал, делать или нет. Не, не надо. Окей. Потом после видео будет. Потом после видео скажет, ты не сделал мне меч, все. Да ты кто такой? Кто это понасадил коноплю тут? Здесь все для арбузов, вы че? Это все ты. Угу. Я тут арбузов купил стак. Я купил кости. И зачем? Для семена типа сделать или кушать? Нет, для продажи. Они очень медленно растут, между прочим. Угу. Так, давайте, ребят, знаешь... на этом закончим нашу все-таки серию. Мы тут много чего добыли, много чего сделали. Я вот да, я зачаровал алмазный меч на остроту 1, а кирку на эффективность 2. Вы бы могли мне дать бы меч, я бы вам с помощью опыта сделал бы его крутым. На, держи, держи, или держи. Кирку. Держи, давай еще не закончим серию, давай еще Зара позачаровываем все, тогда закончим. Кирку скидывай. Еще. Кирку, не, меч зачем? Ну, кирку я сейчас куплю себе на удачу. Давай. Не, давайте сначала попрощаемся, а потом купим все. Не умничай, мы сейчас покажем все. У нас пустой меч. А может пусть будет типа загадочность, чтобы смотрели следующую серию. Да. И вы узнаете, кто чего зачаровал на что. Я на другое, на самом деле, зачаровал более круче. Чего он там зачаровал? А, я застрял. Ну все, давайте попрощаемся. Пусть мне уже пора. Подожди, я буду зачаровывать. Я точно зачарую. Чё за хрень?
Отдача Так, что? 2, гибель насекомых 4, заговор огня 2. Ух, это хорошо. Это слабо. Сила. Особенно гибель насекомых. Да. Ну нет, заговор огня это хорошо. Ну, может быть. Никакое ничего не поможет. Заговор огня быстро ломает меч, как и шипы для брони. А, да, шипы это вообще, оно конченое. Оно в ПВП ничем не поможет. Так что я домой. Ты кто? Ты дома? Я? Я дома, мы будем прощаться сейчас. Нет, подожди, я сейчас зачарую себе. Мы будем прощаться без тебя. Я в сундук складываю этот меч. Нет. Его забирает Никитос! Никитос! Никитос забрал меч. От меча ничего не осталось. Эй, это мой меч. Оу. No. Теперь он будет решать, чей это меч, твой или его. А где наша вагонетка? Вы что, ее сломали, что ли? Это все был не я. Ладно, ребят, всем пока.